Ну что ж, друзья, после того, как мы спустились в какие-то дикие катакомбы, мы... У нас поломался лифт, и нам нужно теперь куда-то заново спуститься. Удержите X, чтобы спуститься. А, вот, все, он на веревочке спускается. Какой молодец. Кто там свистит? Не свисти, денег не будет. Смотрите, можно и сюда пойти. Тут по-любому какой-то тварь какая-то должна быть. Вот сюда можно пролезть. Новая карта. Здесь ловушки, вы видите? Чтобы их... Тут тоже дохнет. Чтобы их выключить, нужно лезть наверх, судя по всему. Где-то должна быть кнопка. Вот она. Не кнопка, сейчас перережем механизм. Все, мы его обезвредили. Так. Кстати, из анонсов, что у меня будет на канале в ближайшем будущем. Я буду проходить FIFA Street. Там осталось немного, я думаю, но там очень тяжело на харде проходить. В кооперативе с другом. И нужно допроходить Spec Ops The Line. Вот. И снова, наверное, South Park попробую. И скоро будет Metal Gear Solid, что самое больше жду. Это Metal Gear, конечно, потому как... Ну, это игра из детства. Вот. Поэтому... Ой, по-моему, там какие-то опять твари бегают, если не ошибаюсь. Не хотелось бы их будить. А, вот я на другой стороне вылез. Теперь нужно... Порождение тьмы, где-то это уже слышал. По-моему... Порождение тьмы это в этом было. Как там, Dark Age или как там? Dragon Age, о. Дурно, потому что ты дурак. Да, порождение тьмы это были в Dragon Age. Ой. Механизм сработал, секретный, который только что меня лупанул. Вот здесь нужно было его отключить, но я, тварь, не додумался до этого. Так, а что у меня стрелы есть? Мне... Вот у меня есть охотничья одна, да? Ну ладно, давайте залезем сейчас. Что-то мне дурно. Да чего тебе дурно? Все хорошо. Молодой Ван Дамм. Куда ты идешь, козел? Сюда, что ли? Вроде не сюда. Давайте его в голову убьем. Пиздец. С меня стрелок, конечно. Интересно, что они кладут в палату? Ох, их тут трое. Тихо, ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Чё? Оп, ничего. Так, здесь. Все, ты меня не видишь. Тихо. Успокаивайся. Давайте удушим их. Парочку охранничков. Скажи мне, кто ты, друг? Ну, уходи. Никого. Да никого тут нету. Все сильнее. Только не вздумай на стекло наступить. Сейчас он только отвернется, мы его чик. И срежем вот так. Иди ко мне. Все, отдыхай. Молодец какой. У тебя что-нибудь можно стырить?
тырить ничего нельзя. Там можно залезть наверх? Тут стекло рассыпано. Оно рассыпано для того, чтобы нас обнаружить. Но мы с вами не так глупы, ведь правда? Можно вниз спуститься. Пойдемте посмотрим, что внизу. Здесь можно заглянуть, да, куда-то? Нет, нельзя. Так, здесь никаких механизмов нету таких, чтобы меня... Так, я, кстати, нашел там пару записок и не прочитал ничего. Давайте прочитаем документы. Так, глава 7. Записка мародера. Все, хватит, я нашел этот сейф, я выкопал его в руинах. Я тащил его всю дорогу до погрузочной площадки, а теперь я испробовал все чертовы комбинации от 000 до 672. Дальше ни-ни. Неразборчиво делится, да? Чтоб тебе икалось. Хочешь в него залезть, иди на погрузочную площадку и пытайся сам. Кладовая. Я поставила замок на дверь кладовой, сестра. Наши ряды ширятся, и мы должны беречь ресурсы, находящиеся в расположении озаренных. Я верю, что ты будешь открывать комнату лишь для тех, кто этого заслужил. Слава Ориону. Слава Украине. Так, вниз, я думаю, лучше не падать, потому что там эти твари живут, это стопудово. Они меня захотят съесть. А быть съеденным, ну как-то я не особо хочу, честно вам признаться. Какие-то твари тут бегают опять. Если вот эти тварюки опять будут ходить, то... Вы знаете, я, наверное... Не знаю, я их боюсь очень сильно. Люди, я хотя бы понятно, что оно такое из себя представляет. А когда... Так, это... Тут ничего не выстрелит. Ты тварь. Не зря я сюда заглянул. Но дальше я не пойду. Удерживаем и проходим. Так, ну вот мы вышли, допустим. Блять, чего он трещит, мне страшно. Все как в приюте. Их изменила Прималь. Их изменила Эрин. Каким... Надо срочно остановить Ориона. Каким хером я должен туда попасть? Там твари эти вонючие. Надеюсь, они меня не увидят. Потому как... Если они меня увидят, то мне, наверное, будет торба. Ну, против них же драться бесполезно, я так понимаю, правильно? Нет, туда он не перепрыгнет. Что там хрустит? Так, с веревочкой у нас есть, да? Так. Можно вскрыть замочек. Может, все-таки получится? Так, там никто не хрустит. Сейчас не открыла, там какая-то тварь живет. Слышите, как они так похрустывают? Очень. Почему они перестали похрустывать? Я надеюсь, не потому, что они меня заприметили. Так, тут ничего нет. Ну, давайте откроем, значит. Так, здесь ловушка, видите, да? То есть, значит, нужно обезвредить. А потом открывать только. Иначе бы сейчас нас, я думаю, бы раздавило стрелами. Новый трофей. Браслет с бронзовой головой. Этот браслет принадлежал леди Рошель. Ее муж стал первый. Это что ли?
первой установленной жертвой великой чумы среди знати. Ну и ладно. Нашли браслет. Это хорошо. Да ух, они хрустят, вы слышите? А что там за дырка, интересно? И там внизу, да, еще можно ходить. Тихо, прималь. Они меня не слышат, походу, да, что я открываю? Это, конечно, чудеса. Все, хорош. Не вздумайте вы... Фу. Вы меня не видели, я вас не знаю, все. Они меня, конечно, очень сильно пугают, эти твари. Нам можно тут... Ох, я испугался. Фу. А как эту херню отключить? Ладно, не хочу ничего отключать. Ну, в жопу. Давайте спустим пар. Блять, спустил. И что она дает? Ну что я понял. Короче, надо успеть просто. Наверное. Ха! Так. Залезть это уже полдела сюда. Дальше что? Ждите рассвет. Твари, там кто-то есть? Я боюсь просто. Жизни у меня очень мало. Поэтому... Опасаюсь немного. Полцарства за коня. Ой-ой-ой. Сюда. Так, ты можешь залезть? Стой. Вот. Так. А потом куда? Что это за... Ну, а теперь куда? А, вот наверх. Они типа меня не видят? Ну, это хорошо. Да ничего не движется. Все хорошо, ребят. Те твари, я знаю, так близко они еще не подходили. Те твари. Как ты думаешь, а их Орион может спасти? Что? Придется его тушить, конечно. Бам! Ну, ребята, ну пришлось так. Я не хотел, на самом деле. Мы просто... Не в том месте, не в то время, как говорится. Не особо хочу ходить, действительно. Ну, потому что тварей здесь хватает. Давайте сразу же прихаваем все. Что здесь? Здесь вроде как ничего нет, да? Прималь. Шприц золотой. Роскошно, наверное, колодца для наркоманов с золотыми шприцами. Давайте пролезем сквозь щель. Мне кажется, последний босс будет либо Орион, тут бородатый мудак, либо вот эти твари какие-то, его прислужники. О! Сразу завалилась. Мне дали знать, что сейчас будет кипиш серьезный. Здесь нет ловушки, нет.
если бы там ловушка загорелась бы красным. Мне дают жизнь, мне дают стрелы, что означает, что сейчас будет кипиш, наверное, скорее всего, я так думаю. Ну, давайте открывать. Ну, новая карта. Кукулечки. Так, ну то хоть здесь люди вроде бы. Ох, здесь весело. Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Проникните к ротонду. В ротонду. Я не достоин благословения Ориона. Да все. Все нормально, что ты колебался. Вот там магазинчик есть у кента. Ну, конечно, не тот, который бы мне нужен был, но все равно. Может, там что-то можно еще и приобрести интересное. Сейчас тоже будет тяжело пройти. Мне как-то лучше ночью играется, чем сейчас. Сейчас день. Не люблю я. Тушим свечи. Сколько сейчас свечей потушил уже? Взгляни на товары. Ну давай, взглянем. Ну что, мы можем купить стрел только. Я бы купил охотничьих стрел. Не знаю. Или зазубренных хотя бы. А, я купил или продал? Нет, вот, продать. Это купить. Давайте купим охотничьих. Водяных может пригодятся. Взрывная, еду одну и огненных. Ну давайте как-то так вот. Не задерживайся. Вдруг сейчас будет кипиш, мало ли какой. Чтоб мы были, ну, готовы ко всему, скажем так. Надо колы выпить перед боем. С охранниками. Сейчас, конечно, может, что-нибудь никаких боев не будет. Меня опять будут убивать. Надеюсь, сюда никто не идет. Да вроде нет. А там никто не пошел мимо. Тихо. Что-то меня спалил. Какая-то тварь. Тихонечко. Блядь, сука. Сверху тварь одна. Еще докажу свою верность. Тихо, не-не-не. Ой, блядь, сейчас мне походу будет торба. Все, побежали. побежали, наши пальчики устали. Не ту кнопку нажал. Озаренный, мудак озаренный. Ну, пизда мне. А мне все равно торба. Следующий. А жизни у меня еще есть? Блять, нет, у меня жизни. Как-то они бьют, интересно, по два удара. Чик-чирик, чик-чирик. Ладно, тварь. Я же сказал, что будет тяжело. Они тут уже в последних локациях к концу начинают ставить миллион охранников. Условия такие, что очень тяжело. Конечно, я теперь не буду лезть в магазин, не хочу. Все, мы это видели уже. Хорош. Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом.
Разберись, брат. Все. Сбежал. Я уверен, он сбежал. Да никто никуда не сбежал. Мы же победили. Как это может Сука, быть? Тварь. Никто никуда не сбежал. Здесь кто-нибудь есть? Я не сдамся. Без боя. Может, все-таки вот это какое-то место для меня будет нормальное. Так, стырил. Поздно и... уже. Поздно уже. Охранника мочить никогда не поздно. Вот как. Кто там ползает? Да ты... Как? Блять, иди, тварь. Боишься меня, трус? Он ускакал. О, меня уже сзади рубают, как я люблю. Да ну вдвоем нечестно, пацаны. Блять, ну как? Вот как он меня увидел сзади, тварь, взял, стоял там просто. Ну как, блять, меня это бесит просто ужасно. Ну это бред, вообще бред. Все так хорошо начиналось. Я залез. Наверх. Заставочка это еще не сбрасывается. Она меня так радует прям вообще очень сильно. Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Так, все. Все, я сбежал. Хорош. Сбежал. Стражники хотя бы дрались честно. Какой нахуй ворон? Ты где взялся, тварь? Что? Кто идет? Пойди посмотри, брат. Ворон кого-то чует. Какой, блядь, ворон? Кто здесь? Да никого-то нету. Ворон, в смысле, эти попугаи, которые у них в клетках сидят. Даже себе верить нельзя. Докажем силу своей веры в другой раз. Правильно, ребята. Обобрать же их еще надо. Когда мы выберемся из этих катакомб, это будет праздник. Сколько наших сгинуло без следа. Убито тварями в темноте. Я думал, если тут кто и был, сейчас он сбежал. Там есть все больше. Они превращают нас в себя. Тут варищу. Так. У меня водяных нету стрел. Есть. Бы что потушил бы этот бред. Ладно, хорош, все. Тут никого нету. Есть у меня стрела какая-нибудь опасная, чтобы его выключить сразу? Да ну сейчас, ничего нету. Световая бомба, удушающая. Может, огненная стрела? Если он не нуля, то
как этого додика выключить? Дам-дю-дам-дю-дам-дю-дам. Ты поймешь, как сильно ты страдал, только когда он исцелит тебя, брат. Ребята. И от нее прямо пахло жизнью. Жизнью, брат. Понимаешь? Он окропил мой лоб водой. Слева, направо. Блять, как их убить? И бабах! Меня как молнией ударило. То есть это боль? Нет, я не то хотел сказать. Ты не поймешь, пока не почувствуешь. Крадемся, что эти пидоры все придут все равно все. Ну кто видел тут? Тихо, 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 тварь. Наверное, все-таки придется их всех перебить. Тихо. По очереди сейчас все придут, твари. Сейчас будет обидно, если я проиграю. Блять, ну что ты меня рубаешь? Водяная стрела есть? Так, тут. Может сейчас пойти их всех теперь вырубать? Ну что теперь их бояться? Где он там дидандамкает? Что? Кто это сделал? Это я сделал. Все, спокуха. Убираем этого. Извините, дорогие друзья, что я, может, молчу, не комментирую, но я сосредоточен до предела. Поэтому, знаете, тяжело. А это куда ведет? Я понял, это ведет вот сюда вот. Давайте здесь потушим на всякий случай. Вот. Если зазеваюсь, крысы сожрут. Если зазеваюсь, крысы сожрут. Может, ему в голову? С тех пор, как Орион коснулся меня, я чувствую, что живу. Блять, там кто-то еще ходит. Давайте попробуем выстрелить ему как-нибудь. Боже мой, так, тупая стрела охотничья. Может, охотничья выстрелить ему в голову? Крысы повсюду. Убил.
Как я, да? Это даже и неплохо. И совсем неплохо получилось даже. Может, и я сегодня посплю. Проклятый город. Так, убиваем этого. В принципе, вроде как все, да? Не убиваем, а оглушаем. Ребят, мы оглушили, потушили. Позабирать у них еще золото. Ну, чтобы по-серьезному все было. Так, теперь куда? Куда? Как-то надо залезть наверх. Ну как? Никуда он лезть не хочет. А туда что, он бы залез? Может, это все-таки тогда правильно, на правильном пути был? Надо было бежать сюда, подняться, нет. Ну а как тогда? Сюда залезешь? Залезет. Что, по этому пути что ли? Можно было, получается, поверху пойти, никого не убивать, да, наверное? Но это же... это же не прикольно, это неинтересно. А здесь... Как я, да, устроил цирк? На воде. Так, а здесь что, ничего тут нету? Просто понты для приезжих. План простой. Проникнуть внутрь и импровизировать. Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда закончим пока на этом простом плане. Вот. Давайте взломаем замок уже напоследок. А в следующей части будем проникать и импровизировать. Потому как, видите, тяжело начинается уже, тяжеленькое, скажем так. Всем спасибо за внимание, с вами был Андрей. Всем пока и увидимся уже в следующей части. Будет интересно, обещаю.